С чего начинается обучение дзюдо? Признак хорошего стиля, если со знакомства с проектом Александра Карелина «Спорткоманда.ком». В дзюдо теперь утверждается новое правило. Первый урок для самых маленьких начинается с обучения, как пользоваться сервисами Всероссийского спортивного портала. Как показывает опыт Юлии Верхотуровой, лауреата международной премии «Гений дзюдо» в номинации «Лучший тренер», после предварительного теоретического ознакомления с матчастью практическое усвоение предмета происходит гораздо быстрее и уж точно задорнее. С вами были воспитанники из дзюдо номер 7 города Сочи. Возможно, на этих кадрах мы увидели будущих победителей крупных международных соревнований, например, Олимпийских игр. Приходите в секцию дзюдо и присоединяйтесь к проекту «Спорткоманда». Вход свободный для поклонников всех видов физической активности.